цветнике Татьяны Сатьяновой вместе с обычными, казалось бы, растениями цветет лаванда. Дачница перебрала сортов 8, прежде чем остановилась на вот такой кустистой. Зимует она очень сложно, поэтому я не оставляю ее зимовать. Я заношу ее домой, она дома продолжает расти, цвести, обрежу, она дальше цветет. А весной снова высаживаю. Когда она зацветает, я делаю маленькие букеты, дарю подругам. А можно прирастить эти росточки. И что еще? Сушу, саше прекрасно делается, запах остается надолго. Можно заваривать в чай. Выходишь в сад Сатьяновых и попадаешь на виноградную плантацию. За ней ухаживает в основном муж Татьяны, Анатолий. Хлопот с виноградом, конечно, немало. Зато осенью удается собрать большой урожай, в котором каждая гроздь до 1,5 килограммов. Кстати, срывают не только ягоды. Когда идут к осени молодые приросточки, и вот такие молодые листочки достигают величины, примерно вот такой, я их собираю и морожу. А потом делаю из них очень вкусное блюдо. Важную гастрономическую роль у Татьяны играет еще и тмин. Посадила я его из семян. Первый год он растет невысокими кустиками, а на второй год начинает цвести. Посадила из-за того, что он дает семена тмин, которые используются в кулинарии. Буду использовать его осенью, буду печь хлеб с ним. Еще один ароматный житель огорода Татьяны – тархун, тот самый, чей аромат улавливается в знаменитой газировке. Мечтала давно его посадить, искала. Но вот меня одна дачница угостила корешочком. Использую я его таким образом. Я обрезаю вот эти молоденькие росточки по весне, сушу, и потом они очень прекрасно идут к мясу, к мясным блюдам или какие-то напитки холодные. Рядом с тархуновым кустом растет полезная душица. Она тоже может стать прекрасной приправой, если листья высушить. Все эти травы, по словам Татьяны, много хлопот не доставляют, уход за ними простой. А вот польза в хозяйстве большая, так что не стоит бояться экспериментировать и высаживать в своем огороде новую зелень.